Друзья мои, давайте взглянем вот на этот термостат, который входит в набор посуды. Друзья мои, 18 предметов. Посмотрите, еще раз показываю. Термостат встроен в каждую нашу кастрюлю. Набор посуды оптимальный. 18 Итак, предметов. Дорогие мои, мы наконец-то сегодня вам предлагаем лучший набор для каждой хозяйки. Почему? Потому что в него включены 18 нужных предметов. Но самая главная фишка, самое главное удобство – это термостат. Я вижу в первый раз. Давайте такого будем нету. Изучать. Ни у кого Итак, нет. Совершенно верно, друзья мои. Помните, мы предлагали вам всегда 10 предметов, 12 или 6 предметов. Здесь 18 Первые. Предметов. Первые. Такого не было. Мы продумали до мелочей. Мы все продумали до мелочей. Взгляните, какой прекрасный набор. Друзья мои, вы задаете вопрос. Чаще всего нам звонят всегда телезрители, и я у своих знакомых спрашиваю, какая проблема стоит. Не в едином стиле, говорите вы. И вы правы. Потому что вспомните вашу посуду. Вспомните вашу посуду, когда ручки отвалены. И ржавеет. Некачественная посуда. Здесь все обратное. Посмотрите, 18 предметов из нержавеющей стали. Мы все продумали до мелочей. Редкие объемы, начиная от 1,8 литра ковша и кастрюли, и большой кастрюли 5,8 литра. Давайте даже фритюр входит в комплект. Вы представляете, здесь такое огромное количество, да. что мы будем постепенно вникать. Но самый главный вопрос у каждой хозяйки да. возникает. У вас возник, а что же можно приготовить? Какие блюда? И зачем так много нам предметов? Совершенно верно. Ну, давайте переходим на плиту. Во-первых, я вам сказал, что первое плюс этой посуды, то, что это полный комплект из нержавеющей стали. Конечно же, я как эксперт вам рекомендую. А теперь посмотрите сюда. Здесь только часть нашей посуды. Угу. Я попрошу, пожалуйста, взглянуть вот на этот сковороду сотейник. Так, я сейчас ее уже... использую в качестве фритюра. Вот эта прекрасная сеточка, она идет в комплект для приготовления картофеля Ой, фри или наггетса. Я люблю, я Смотрите. Обожаю. Вы любите, дорогие мои друзья, вы любите. Вы любите картошечку фри, вы любите наггетсы. Так вот, зачем это все покупать, когда вы можете готовить это самостоятельно дома? И уж вы-то точно знаете, что масло хорошее, что вы заботитесь о здоровье. Если для вас, так же, как и для нас, важна забота о здоровье вас и ваших близких, выбирайте правильную посуду, готовьте с удовольствием и удивляйте своих любимых разнообразием блюд. Кстати, насчет качества. Мы готовим на посуде, и это влияет на наше здоровье. Совершенно верно. Друзья мои, ты, Олечка, правильно все сказала. Я хочу, чтобы вы взглянули, что в каждой нашей посуде встроен терморегулятор. Угу. Что это означает? Да. Вы готовите, вот как я сейчас, смотрите, готовлю свеклу. Посмотрите еще раз, я закрываю, посмотрите, я закрыл, а температура приготовления моей свеклы так. 80 градусов. Ой, сейчас мы открываем. То есть это важно, контролировать температуру, при которой готовится блюдо, это важно? На что да. вообще это влияет? Это очень важно, потому что при каждом определенном приготовлении, при температуре, здесь сохраняются витамины. Смотрите, 8-90 градусов. При 90 градусов, я как технолог питания так. вам говорю, что здесь сохраняются все витамины свеклы. Давайте вспомним, как вы варите свеклу. Вы ее поместили просто в кастрюлю, накрыли крышкой и варите. Потом она нарезаете. Кипит. Да, она кипит. Потом вы нарезаете салат, и она разваливается. Превращается в кашеобразное состояние. Ты как будто за мной подсматривал, слушай. Здесь никогда не произойдет, потому что 90 градусов. То есть нужно температурный режим, правильно да, я понимаю? Да, совершенно верно. То есть мы следим за приготовлением, и важно соблюдать температуру. А я думаю, почему у меня получается то вкусная свекла, то невкусная, оказывается. В этом все дело. Что еще ты приготовил? Покажи. Я сейчас еще хочу показать, что я сейчас готовил здесь рагу. Это тоже очень важно. Рагу, овощи. Ой, овощи. Это овощи, а значит, если овощи, надо соблюдать технологический процесс. Так. Ты знаешь, я очень хочу сказать, что важный момент, что крышки здесь все оснащены термостатом. И крышки на выбор. Если вы предпочитаете подсматривать, чтобы была стеклянная крышка, выбирайте со стеклянной. А у нас есть звоночек в студию. Мы хотим уже принять. Алло, алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Анна, я из Самары. Так. Ой, как здорово, у меня в Самаре свекровь живет, обожаю этот город. Скажите, пожалуйста, какой у вас вопрос?
Мне так нравится ваш набор, оптимальный, я его уже брала. О! У меня большая семья, и очень часто готовлю, очень довольна. Так, понимаете. Угу. Отлично. Вот скажите, чем... Вот очень многих, кстати, наших телезрителей интересует вопрос. Качеством вы довольны? Мне очень нравится качество, очень нужный набор. Так. И очень удобно готовить. У меня большая семья, еще раз говорю. И большая... мужу одно, детям другое, младшим третье. Угу. И всегда кастрюли есть. Слушай, Оль, я хочу спросить у нашей телезрителей. Скажите, а что самое вкусное вы приготовили, к примеру, в этом наборе? Утку я делала вместе с картофелем. Подожди, у меня есть сюрприз. Друзья. Вот это да, слушайте, как приятно, спасибо. Вы рекомендуете заказывать нашим телезрителям набор оптимальный, да и вообще товары от нашего телеканала Shop and Show? Да, очень полезно, очень нужный набор. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы с нами. Спасибо большое за звоночек. Оставайтесь с нами, у нас очень много сюрпризов и товаров, которые помогут приготовить праздничный ужин за час. Совершенно верно. Ну, друзья мои, давайте еще. Я еще раз хочу рассказать о посуде, а потом мы должны возвратиться в духовку, потому что у меня есть сюрприз. Ах, без сюрпризов. Итак, Олег не мог. Друзья мои, давайте сейчас вспомним, для чего эта посуда. Любимые домохозяйки или просто любители еды, кто любит готовить, кто хочет получать гарантированный результат. Вот этот весь набор из 18 предметов. Посмотрите еще раз. Вы крышки выбираете на выбор. Либо это стеклянные, либо это из нержавеющей стали. Но я бы нашим телезрителям порекомендовал из стекла, потому что здесь вы наблюдаете за процессом приготовления. Представляете, через стекло. Итак, мои дорогие, самое главное, что вы сегодня экономите. Экономите 2440 рублей. Так что же получаем? Итак, друзья мои, вы получаете полный набор, а именно, вы получаете ковш и кастрюлю 1,8 литра. Вы получаете большую кастрюлю с термостатом 5,8 литра. Кастрюля 2,5, 3, 4 литра. Лопатка, шумовка и половник. Так. Две бакелитовые подставки, ты представляешь? Вот это да! Вот это целый набор. Мы продумали все за вас, друзья мои. В магазине такой набор будет стоить 8 тысяч и больше. Более вы получаете полную комплектацию. Фритюр в комплекте, две бакелитовые подставки, половник, шумовка и лопатка тоже в комплекте. Полностью целый набор. Итак, все, что необходимо для хозяйки, для того, чтобы готовить с удовольствием. Ну и, конечно же, экономия. Мы, рачительные хозяйки, мы готовы потратиться, но нам важно высокое качество. Это именно тот случай. Совершенно верно. Олечка, давай, вот телезрительница звонила, она готовит утку. Ой. Готовить она может готовить где угодно. Угу. Вы представляете, это набор посуды оптимальный. Потому что можно готовить даже в духовом шкафу. Не нужны вам старые сковородки. Подожди. Ничего, смотри. Давай еще раз покажем нам, нашим телезрителям. Олег, ты со мной, не в форме для выпечки, нет, а в кастрюльке, горячий, аккуратно. Что это? Это вот такой прекрасный хлебушек с прекрасными орешками. Вы представляете, смотрите. Вы представляете? Кастрюль, это не форма для выпечки. Вот она, кастрюля из набора оптимальный, и в ней можно и запекать. Посмотрите, сколько вы получаете всего, абсолютно полный набор. И вы готовите праздничный стол, а ведь скоро новогодние праздники, и вы будете готовить долгое время. Вот подумайте сами, вот посмотрите на свою посуду. Ну просто взгляните, какие у вас кастрюли. Все, скорее всего, разные. Вот у меня лично так. На каких-то кастрюлях где-то уже ручка немножко отвалилась, пошатывается, где-то крышка треснула, лопнула, где-то еще что-то. Но есть любимые, конечно, расставаться сложно. Но вы получаете оптимальный набор. Ваша кухня смотрится стильнее. Итак, что получаете? Итак, друзья мои, вы получаете кастрюлю 5,8 литра. Важно для заготовок. Кастрюля 3,5 литра из нержавеющей стали. 2,6 литра со специальным термодатчиком, чтобы важно приготовить правильно свеклу, либо овощи, либо отварное мясо. Прекрасная кастрюля
1,8 литра. Сковорода сотейник с мраморной крошкой, на которой можно готовить стейки. А самое интересное, что половник, шумовка и лопатка идут в комплекте. Плюс еще фритюр идет в комплекте. Вообще, где вы найдете такой? Вот подобные наборы в вашем ближайшем магазине будут стоить по меньшей мере 7,5 тысяч. Вы переплачиваете. Зачем переплачивать, если Shop & Show предлагает вам самую низкую цену?